16.65 у Даши Ткачевой и 17.35 у итальянки. Переходим быстренько уже к следующему предмету. Упражнение с мячом. Милена Ржибинска из Польши. И Инна Жукова на заднем плане. Судья на линии. Да, должна была на мяч поймать. Скорее всего, ногами зажать. Здесь, к сожалению, мячик уходит за площадку и берет спортсменка запасной. Это не запрещено правилами, но, конечно, будут сбавки. Предмет лежал так близко к тому месту, где была потеря, и она смогла довольно быстренько его заменить. Надо сказать, что даже вот при этой ошибке она все равно сохранила, как говорится, лицо, она продолжала выражать музыку лиричную, красивую. И ну, здесь уже сразу чувствуется, что у этих гимнасток побольше опыта, чем у тех малышек, которые выступали в первой возрастной группе при юниорах. Мячик, предмет, конечно, коварный. Если скакалка просто упадет на пол и останется лежать, то где окажется мячик после потери, можно не более сюда. Коварный, мне кажется, обруч, который у юниорок отсутствует. Обруч может укатиться, а потом еще и вернуться на площадку. Ну да, тогда совсем становится весело. Что и вроде как, если твой предмет находится в площадке, ты не можешь брать запасной. Даже у таких признанных лидеров, как Арина Аверина, мы такое видели в турнирах.